рассада петунии Кразитания Black Momma принадлежит к сорту, который поражает компактными размерами и обильным потрясающим цветением. Высота кустиков достигает 40-50 см, а ширина редко превышает 35 см. Это позволяет использовать растения в оформлении патио, балконов и веранд. Во время цветения, с июля до осенних заморозков, на петунии Кразитания Black Momma распускаются среднего размера черные цветы. Они бархатистые на ощупь и смотрятся очень эффектно. Чтобы бутоны появлялись как можно чаще, растения необходимо размещать в местах с рассеянным освещением и обильно поливать. Петуния гибридная крупноцветковая Кразитания Black Momma — это травянистые. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка черная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.